Ушел и не вернулся. Правоохранительные органы устанавливают местонахождение 56-летнего орловца Александра Бирюкова. 2 декабря прошлого года он ушел из дачного домика, расположенного в садовом обществе «Вычислитель» в районе поселка Вязки. И до настоящего времени его местонахождение неизвестно. Был одет в дубленку коричневого цвета, черную вязаную шапку и темные брюки. Анонимности вознаграждения гарантируется всем, кто поможет сотрудникам полиции найти пропавшего мужчину. Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем, просят обращаться по телефонам 41 65 16 и 41 00 02.